За СМИ без грязи выступают патриоты из движения «Новый рубеж». На площади Пушкина с десяток активистов, вооружившись плакатами, старались привлечь внимание СМИ и общественности к искажению фактов в газетах и на телевидении. Адресаты, представители средств массовой информации, в большинстве своем мероприятия проигнорировали, видимо, не найдя информационного повода. Не пришли и не узнали, кого же конкретно в непрофессионализме упрекает молодежь. Обеспокоенность за умы аудитории, которая больше напоминает обиду, появилась у ребят из «Нового рубежа» после репортажа о шествии в честь Дня народного единства. По мнению патриотической молодежи, на экранах и в газетах должны освещаться в большинстве своем позитивные мероприятия. Лучше, если они будут организованы «Новым рубежом». Активисты молодежного движения уверены, что СМИ буквально ополчились на них. И даже перед началом пикета по интернету распространили диверсионные слухи. На одном из сайтов, на одном из порталов, опять же, исказили информацию о проводимой сегодняшней акции. Якобы, что молодежное патриотическое движение «Новый рубеж» собирается кого-то здесь сжечь на площади Пушкина. Это ложь просто. Вот и все. Это обыкновенные тролли, которые либо решили насмеяться, либо попытались как-то попортить, может быть, репутацию. Я не знаю, зачем это было сделано.